Жена военного приходит домой, вся в гневе, злая, и с порога кричит: «Дорогой, ты где?» Он: «В туалете!» «Слушай, тут тебе письмо пришло. Одна новость хорошая, другая плохая. С какой начать?» «Ох, ну, конечно, с хорошей. Ну, хорошая, тебя наградили. Ух, ничего себе! Ну, а плохая какая? Письмо из кожвен-диспансера». Присылайте мне свои прикольные и классные анекдоты, и я их с радостью расскажу на своем канале. Всем пока-пока!